Ребята, вот другой магазин. Это Леруа Мерлен. Вот такие рождественские звезды есть у нас в этом магазине. Вот такой огромный магазин. Вот и здесь все подготовлено к Новому году. Целый отдел. Покажу вам. Вот это модные такие старички. Старички-весовички. Вот они беленькие, серенькие, вот такие симпатичные снеговички, весовички. Открытые глазки есть. Открытые глазки. Вот такие вот человечки. Тоже очень много шариков. Вот сейчас вам подойду, покажу. Нашла такое интересное. Вот такие вот фигурки. Вот такие шары красивые. Смотрите, это я уже на работе выскочила с работы рядом со мной. Занесла уже свою лампочку. Оставила ее на работе. Вот такие новенькие шарики, смотрите. Мохнатые. Теперь удобно вам будет показать. Звездочки мохнатые. Махровые. Лошадки. Симпатичные. Свечи. Свечи 84 гривны. Две штучки. Вот такие праздничные свечи. Вот стеллажи с игрушками. Видите, сколько этого моря. Серебра в этом году много. Разных размеров. И с такими шишечками, шариками есть вот наборчики и конфеты, и палочки волшебные, и шапочки, и шарики даже. Какая прелесть! Это на маленькие елочки. У кого ставятся маленькие елочки, то вот такие нарядные маленькие игрушечки есть. А вот смотрите, как оригинально черные. Представляете, это на белую елку. Вот такие черные шары. Офигенно будет. Красота. Представляю. Вот внизу. Вот что такая голограмма. Шарики совсем. Вот это огромная цена. Конечно, 450 гривен. Вот такой огромный шар. Вот по сравнению с этими. Вот видите, какие тут коробочки. Вот такая тут коробка. Вот они тоже еще внизу огромные такие. Вот такие вот оригинальные, прозрачные совсем. Внутри что-то еще есть. Какой-то цветочек. Сапожки. Для подарка Деда Мороза. Вот там еще стоят наверху инсталляции. Вот такие красивенные. Вот здесь вот Деда Морозы и красные. А вот еще эти весовички. Вот весовички с закрытыми глазами. Вот они, сколько их еще есть. Красные, серые. Олени. Платится. Олешек платится. Девочка. Олешка. Вот такие вот горы. Деревянные игрушки можно ставить. Малышки. Вот такие вот. Видите, здесь, конечно, меньше. Чем я только что снимала вам в эпицентре. Там было больше, конечно, больше отдел-то. Огромный. Вот такие вот наборы шариков. Видите, внизу огромные. И покупают ведра неполные. Видите, вот уже. О, какие огромные шарики. Это вообще не знаю, для чего такой шар огромный.
Не могу себе представить, для каких целей. Вот интересный наборчик получается. Вот такой он. Шарик. Шарики в шарике. Еще здесь он. Елочки, елочки. Декор. Симпатичные настольные елочки. Веночки. И в коробочках. Очень интересно. Грибочки. 4 штучки, 79 гривен. Уже идут с веревочками. Видите, вот тут есть у них веревочки готовые, можно сразу же вешать. Вот еще декор такой. Пожалуйста. Видите, вот такие большие магазины у нас. Они строительные, декоративные. Там все, что есть, и мебель продают, и телевизоры, и спортивные товары, и центры садовые. Ну вот, они к Новому году, к празднику преображаются. Здесь кое-что сокращается, какая-то мебель, и выставляются вот эти всякие стеллажи с игрушками. Вот, и они, я вижу, что... Я часто сюда прихожу, но я вижу, что они уменьшаются, игрушки было больше. Но я не снимала, потому что здесь музыка играла. А с музыкой я боюсь, что YouTube не пропустит. Поэтому так уже сегодня тише, музыку не слышно. Где-то что-то говорит, но музыки не слышно. Вот я вам покажу. Воспользуюсь моментом, покажу, какие здесь вот игрушечки. Снеговичок и Дед Мороз. Тоже 79 гривен. Видите как? Цены интересные. 99-90 копеек. Это давнишняя игра, как говорится, на публику. Они не делают 80 гривен, а делают 79-90. Как будто тут 10 копеек роль играет, а для психики человека это действует. Первые цифры запоминаются, последние нет. Хотя последняя цифра идет почти целый гривен или целый рубль. А так это переняли, такое было когда-то цены за границей. У нас всегда округлялось 25 копеек, 50 копеек. Вот. А здесь делается в конце... Эти 90 копеек округляли всегда до гривны, до круглой суммы. Сейчас ее оставляют. И это идет менеджерский прием. Вот вам еще покажу малюсенький набор. Вот такие совета мне понравились. 49 гривен, 90 копеек. А это прищепочки. Ага. Прищепочка. Сколько же тут? Или коробки продают, или по штукам, я так и не поняла. 49,90. Видите, цена 49,90. Первые цифры падают в глаза и запоминаются. А последние, они всегда остаются. И все цены 49,90. Вот такой шикарный шарик. Это уже 89. Ну, обалденный шарик. 89 гривен. Ну что, ребята, почти все я вам показала. Вон подушки какие интересные. Новогодние. 315 гривен. Это плед 875. Новогодний подарок. Под елочку. Тут в коробках набор. Когда-то из Германии привозили к нам. Мы стояли в очереди за такими игрушками, только по блату покупали, доставалось не всем. Ну вот, а сейчас вот в таких красивых нарядных коробках с
можете сами себе купить. Конечно, цены. Вот, ребята, шар один. 119 гривен. Шарик. О, представляете? Обалденный шарик. Обалденный. Так. Видите, у меня сейчас руки свободны, я могу вам раскрыть и показать. Ну, это зеркальные, которые попадает лучик света, и они зайчики пускают. Вот такие красивые. Вот такие шарики. На украинском языке называется куля. Вот она, куля. А по-русски шарик. Так, это вот еще пакеты у нас тут такие видно. Красивые нарядные пакетики. Вот разные. И мишура с этой стороны. Еще и мишура висит. Дождики называются. Или мы, в общем, называем их мишурой. Из фольги, которые сделаны. Такие банты. Вот, еще вот такая мишура. Настоящая. Вот сколько ее много. Сейчас, говорят, она уже не модная. Сейчас только интересные гирлянды электрические. Костюмы Деда Мороза, шапочки. Такие вот еще интересные. Вот маленькие елочки. О. Смотрите, это маленькая раукария. Ребята, смотрите, а там вазончики она стоит. Нарядно. Вот так раукарию можно украсить и поставить на стол. Вы хотите дальше с ней иметь дело, то можете оставить. Она так отживет и выбросите, не жалко. Она недорогая, 139 гривен всего. Вот такие маленькие елочки. Вот такие чудеса такие. Ну, гирлянд очень много. Вот такой вот праздничный у нас магазин Леруа Мерлен. Эпицентр я вам сняла, буду показывать по очереди. Много там видео. Смотрите, какая новогодняя бультерия. Растения с красными ягодами. Ну и естественно здесь вот, ребята, елки тоже. Ну, разные. Те, которые мы смотрели с вами в эпицентре, там было, по-моему, она стоила 4000, а здесь 2499. Вот это шариками. В Леруа, кстати, дешевле намного цены. Вот, смотрите, такая симпатичная небольшая вязинка. Я, в принципе, сейчас вот пришла посмотреть, сколько здесь у них стоит таймер для моей фитолампы. Фитолампы такие, как я купила, с кончиком, с вилочкой и с метровым шнуром, у них нету здесь, а только те, которые включаются обычный цоколь. Но таймер, здесь я посмотрела, цена стоит 150 гривен, а я купила в эпицентре за 201 гривну. Здесь она на 50 гривен дешевле. Но так как я там все сразу покупала, то и купила сразу и лампу, и таймер. Очередной, конечно. И такие симпатичные игрушки, такая симпатичная цена. Смотрите, 1499 искусственная. Ну, а это натуральная, по-моему, это. О боже, это такая искусственная, я думала, что это натуральная. Смотрите, какая шикарнющая. Не отличишь от искусственной, а от натуральной. Смотрите. А это живая. Рядом искусственная, ребята. Вот искусственная, вот живая. Я хорошо, что прочитала. Живая. И пощупала руками. Живая, настоящая живая.
Вот такая красавица, смотрите, обалденная елка. Получается, смотрите, какая цена, 999, не 1000. 999 меньше, чем 1000. Ну и шикарные поставки к ним. А это поменьше, ну посмотрите, какая она широкая, объемная. И 679. Так, ребятишки, всех с праздниками, с наступающими, все. Выхожу я с Леруа. Тут еще вот садовый центр. С орхидеями, но я себе только что отхватила не здесь, а вот в центре шикарные орхидеи. Ребята, обалденная. Все. Вот так вот на этом. Это садовый центр в Леруа. Леруа Мерлен.